Здравствуйте, дорогие друзья! Для ТВ «Совхоз» Павла Николаевича Грудинина и его коллектива. Вот мы сегодня, 18 августа, находимся в фермерское хозяйство. Тбилисский район Краснодарского края, станица Геймановская. Вот у нас Юрий Алексеевич Кононенко. Местный фермер, один из наших активистов наших протестных действий 16-17 года. Вот мы, значит, познакомились и продолжаем дружить. И на сегодня вот приехала машина, пришла из совхоза Ленина. Знаменитого совхоза Ленина, Павла Николаевича Грудинина. Пришла машина, ребята, вот приехали с гостинцами со своими. Соки, минералки, воды. Приехали угостить Юрия Алексеевича Кононенко. А Юрий Алексеевич грузит совхозу Ленина, да, арбузы, здоровые, вкусные арбузы. Ну, скажи, Юрий Алексеевич, что можешь, секундочку, совхозу Ленина, коллективу Павла Николаевича Грудинина. Удачи, самое главное. Удачи, погоды, урожая. И чтоб меньше кто тревожил. Вот. Самое главное. Все, теперь дальше будет погрузка. Погрузку отдельно снимем. Приехали на поле к Юрию Алексеевичу Кононенко. Вот такие вот у них арбузы. Вот такой урожай. Приехала машина Павла Николаевича совхоза Ленина грузиться. Вот ребята грузятся. Приехали. Вот сейчас соломки подстелят. И будет начинаться погрузка арбузов. Правильно, Юрий Алексеевич? А? Я говорю, погрузка арбузов сейчас будет начинаться. Да тут пенсии, ни хрена, это столовка. Так что поддержка совхозу Ленина с нашей стороны будет всегда. Да бросьте на... Павла Николаевича в обиду не дадим. При необходимости прям приедем со своей соломой и с арбузами туда, в совхоз Ленина. И настелим соломы и будем ночевать там вокруг совхоза. Загрузили арбузами братских наших товарищей, братьев и, в общем-то, коллег. Хотим, чтобы у них все было хорошо. Чтобы, наконец, все-таки от совхоза Ленина и от ее директора вся эта команда провокаторов отстала и дали нам спокойно работать на себя, на свою страну и на благо всех людей. В общем-то, хотелось бы что добавить. Вот, значит, Юрий Алексеевич Кононенко. Я ему когда сказал, я обратился к нему, говорю, что можно у тебя арбузов приобрести для совхоза Ленина. Он когда узнал, что это совхоз Ленина, он наотрез отказался брать какие бы то ни было деньги. Сказал, я с совхоза Ленина не возьму никаких денег. Так что вот такие дела. Хотелось бы, давай, водитель вот Сергей совхоза Ленина и Юрий Алексеевич, скажи еще что-нибудь на дорогу, пожелания свои. Чтоб все было хорошо в конце концов, чтоб в конце концов вот эта вся нехорошая нечисть, которая нас окружает, выдохла как таракан. Вот так. Все, на этом все. Встречайте арбузы кубанские. Давай. Кушайте на здоровье вам, вашим детям. Всем всего хорошего.